Bună ziua! Bună. Vă salutăm, asta e lumea noastră. Dumneavoastră vă știi lumea la piață, așa că veniți și faceți cumpărături. Aici prețurile sunt într-adevăr cele mai mici din piețele din Chișinău. Trebuie să... da. Nu, dar sunt și... Comparativ cu... Domnul Cibașenco, candidatul nostru. Da, noi știm. Și dentier. Bună ziua. Bună ziua. Cel mai bun candidat. Vreți să fiți președinte, da, domnul Cibașenco? Da. Trebuie de schimbat guvernarea asta, că tare e cea mai mare plăcere. Vreau să vă urez noroc, baftă mult să aveți și dacă a fi de partea dumneavoastră ca să fiți prezident, să fiți un prezident pentru popor. Ești trebuie și privernuți de rucovostul strașnic. Ești народ против, они говорят, мы băgăiați. Ваши помощи только. Но дело в том, что вот фальсификации большие идут. Как будем делать? Все-таки надо выйти несколько раз на протест, потому что я вижу, что фальсификации конкретные. Я слышал такие досье от народа в городе, что идут слухи, что есть мертвые души уже голосуют. Голосуют это с того, не, с того, это, с того света люди это голосуют. Не слухи, это так и есть. То есть с того света люди голосуют, с того света. Разве это не фальсифицировано? Нет, то, что фальсификации уже начались и будут продолжаться. То, так надо остановить эти фальсификации. То, не надо допускать. Люди, что, люди что, как, а как дальше голосовать? Согласен, надо протестовать. В том числе протестовать и на самих выборах, голосуя за оппозицию, за кандидата нашей партии. Ну все, всем счастья и здоровья, чтобы дал Бог, чтобы вы победили обязательно. Чтобы мы отошли раз и навсегда от этой грязной нечистой силы, которая издевается над народом годами, годами, годами. Это невозможно. И надо, чтобы действительно были настоящие президенты для народа. Вот что я вам пожелаю. Час добрый и Бог на помощь вам. Удачи. Спасибо. Вам тоже. Спасибо за поддержку. Да, да. Победа за нами. Наш будущий президент уже президент.